Невозможно представить праздник Пасхи без пасхальной ярмарки, на которой можно приобрести симпатичные и разнообразные подарочки ручной работы для своих близких, друзей и знакомых. Именно такой базарчик был открыт в торговом центре Соло на второй день Пасхи. Инициатором этой идеи выступила Латгальская партия, которая взяла все организационные и финансовые расходы на себя. Хочется, чтобы бабушки там заработали и какую-то копеечку бы имели, поэтому предоставили такую возможность как бы бабушкам и поторговать в Соло. В свою очередь, представители городских общественных организаций, а также ремесленники Даугавпилсского края позаботились о том, чтобы сувенирная продукция и другие изделия были представлены в широком ассортименте. И что важно, каждая из этих вещей является уникальной. Будь это праздничная открытка, вязаное детское платье, вот эти коты или пасхальные яйца, выполненные из газобетонных блоков. Сегодня можно смело утверждать, опыт совместной работы оказался положительным. Если уже создаются новые традиции, молодежь, они замечают, поддерживают, скажем, ремесленников и выселяют какую-то надежду на будущее, да? Что эта смена меняется, и люди понимают, и молодежь это оценивает хорошо. Арита Ласдана отметила, что сотрудничество Латгальской партии с ремесленниками Латгалии обязательно будет продолжено, тем более, что оно приносит позитивные эмоции.